строгие кубические кристаллы пирита, элегантные шестигранники кварца, воздушные пирамиды кальцита, хрустальные друзы. Многообразие форм поражает. Богатая цветовая палитра, все цвета радуги, все краски солнечного спектра. Природа – самый великий скульптор и художник в одном лице. В городском музее изобразительных искусств при поддержке «Газпромдобыча Ямбург» готовится к открытию выставка самоцветов и камнерезных работ из коллекции окружного музея имени Шимановского. «Сияние литосферы» – это новая выставка в нашей темной арт-галерее. Засияли сокровища из собрания горного инженера Анатолия Брехунцова. В 2019 году они были переданы им в музей имени Шимановского в Салехарде. А 17 февраля жители Нового Уренгоя будут иметь удовольствие созерцать все эти сияния прекрасной природы. Не пропустите яркое событие музейного сезона. Выставка откроется 17 февраля в 6 часов вечера в арт-галерее по адресу Молодежная, 3.